Дожили. Я теперь прям с аналитики в комментировании. Кстати, давно не комментил. Ничего. Ну вот, вот, видишь. Наконец-то, да. И такой матч, прям как знали, Скаймага на мид, мое любимое. И вот тебе, пожалуйста. Да. Развлекайся, да. Владимир. А, ну, сейчас будем развлекаться вместе, что уж тут. Скаймаг на мид — это всегда интересно. На самом деле, он может проиграть супер быстро, если у него не пойдет, но, как правило, все-таки этот герой очень жестко начинает давить, сноуболить, заставляет покупать кучу расходников. Но все равно ему победить очень и очень сложно по уже озвученным причинам. Отсутствие урона по товарам и бесполезность, когда появляются БКБшки у коров противника. Ну, это самое главное, да. Плюс ко всему, что мы еще привыкли видеть на корах? Какую-то живучесть. И есть коры, которые от этого страдают меньше. Ну, то есть, например, тот же Зевс, он ходит в мид, да. У него тоже с живучестью проблемы. Но, тем не менее, это все равно его минус. То, что у него нет никакого эскейпа. Нужно форстав покупать. Ты хочешь сноуболить, но тебе нужно покупать форстав. Против тебя Клокверк, с которым очень тяжело. Который врыватор. Врыватор. Да, и, ну, вот на самом деле на Зевсе появилось. Да, вот, вот тот самый сет, про который говорил Митяй. Ну, здесь прекрасно все, от аватарки до сета. Ну, это петушара, да. Он хайпит, он говорил, что я специально так выбирал. И никнейм, и все, и вообще. Ну, сейчас на Зевсе же есть мини-подсейв в виде шарда. Можно чуть-чуть перепрыгнуть. Я даже не помню, что у Зевса... Аганим шард? Ну, такой прыжочек дает ему. Типа как у Марио? Ну, типа... Как у него в этом, в Таунте, да. Да, очень давно не видел Зевса, на самом деле. Ну да, это хотя бы что-то, у Скаймага этого нет. То есть Скаймаг... ну, в любом случае, в общем, это, конечно, не приговор, но это просто те минусы, которые имеются. Которые мы не можем не озвучить. Ну, и опять же, у Зевса тоже. С появлением Аганима есть и Нимбус, да. Который глобально очень хорошо на игру влияет, и какой-то... Вижен и какой-то, знаешь, тоже сбить какому-то из персонажей важную попытку врыва. О, так, ну вот. Решил тут зайти. Причем генерал подожди, это же четверка получается, Скаймаг. Да, это Скаймаг на четвертой позиции. Ну, что у них тогда получается по расстановке? У них все-таки ДК на центральную линию пошел, Скаймаг четверка. В целом, это, конечно, многое меняет. Почему? Потому что ДК на центральной линии, он как раз-таки... серьезная угроза товарам. С другой стороны, опять же, как четвертая позиция, Скаймаг, ну, я такой прям закоренелый хейтер Скаймага, потому что мне кажется, что, опять же, на этой позиции нужно больше... ну, инициации какой-то, да. Да, вот как тот же Клокерик. Ну, ладно, это все теория. Сейчас посмотрим, как будет на практике. Пятерка Леон вместе с Урсичем ждет подключение Феникса Петушара на линию, потому что здесь нужно как-то вывести, как-то постоять вначале, потому что вот что начинает происходить. Здесь Леон сразу же накидывает. Не самый сильный саппорт в этом плане, но неприятно. Слушай, ну, с другой стороны, не то чтобы я пытаюсь оправдать Скаймага, да, но мы, во-первых, редко его видим. Во-вторых, здесь тоже неплохая есть комбинация под Леона, под палец. Дополнительный маг урона — это тоже хорошо. Из такого еще, из самого очевидного, что... Ну, как-то, может быть, закрывать Клокверка, да, который врывается, и в коге ты туда же выдаешь. Ну да, да. Тоже все равно как бы нет такого супер-берста, который бы хотелось бы видеть. Ну вот опять же у Леона, да, кулдаун большой пальцы, но он срабатывает за четверть секунды. У Скайя все-таки ультимейт, он чуть работает иначе. Ну, сейчас посмотрим, как на этой линии. У них вообще, если так посмотреть на этот лайн, есть определенные проблемы с контролем. У них из контроля только... Ну, торнадо, которая просто скорее дизейбл, в котором ты сам ничего не можешь сделать. И камень брюмастера — это только на 6 уровне. Один камушек. Все остальное — это замедление, это периодический какой-то урон. Но не более того. Вначале это неплохо. Дальше будет сложнее. Ну, плюс, смотри, да, ты на Гилгире, на четверке. Ты получаешь какие-то батарейки, рефлекшн от Террорблейда, и у тебя уже пол шкалы отвалилось. Это, да, и ты убежать от этого там тоже никак не можешь. Подставляться там нельзя, благо хотя бы со скоростью передвижения у Sky все хорошо. В миде и Фэн против Dragon Knight абсолютно равная линия с точки зрения того, что здесь, ну, пака чуть побольше маг урона, но зато у ДК имеется отличный реген. И, в общем-то, никто особо выигрывать эту линию не должен. 10-3, 10-2 абсолютно закономерно. Снизу Петушара 8-2, Эйс 7-3. Понятно, что Легионка — это, конечно же, герой исполнения. Это герой, у которого очень важно, сколько он стаков сделает себе на ультимейте, как быстро он вынесет свои шмотки. Ну и, безусловно, это шард и подсейв тоже в том числе, который нужно грамотно использовать. Потому что зачастую этим игры выигрываются грамотным использованием подсейва. Да, ну, кстати, ты видел на D2CL до этого Легионку?
Мне кажется, может быть, была, но я как-то не попадал на эти игры, не смотрел и не комментировал их. Но часто брали же Абадона пятерку, да, за счет того, что есть тоже диспл. Локверка. Ну да, Абадон, правда, Абадон сейчас был в бане, но в целом, да. Да, я имею в виду, что именно тип персонажей, у которых есть какой-то дополнительный диспл. Ты понимаешь, да, сейчас? И вот Легионка — одна из персонажей. Разница между Абадоном и Легионкой в том, что Абадон пятерка, и он всю драку стоит за своим кором и ждет. Либо он идет изначально вперед, танкует, либо он стоит и ждет, когда на кора нападут. У Леги такой возможности нет, потому что она третьей позиции, и ей самой нужно быть на острие атаки, инициировать. Да? Да, у нее не всегда есть возможность помочь своему кору. И зачастую она сама получает довольно-таки много урона и контроля в том числе. Она себя от сайленса спасти не может никак вторым спылом. Да, но видишь, тоже ты уже отмечала это, что количество контроля у Hellbore Smashers, не сказать, что большое. Есть Thunder Gnight, есть Леон, у которого есть и подкопчик, и Хекс, но в остальном... В Леоне в основном весь контроль. Да, кстати, да. Леон погибает, но погибает и Феникс. Леон здесь хорошо успел его остановить. В итоге размен. Да, я думаю, что, в принципе, такого контроля может хватить. Это вот скорее на верхней линии его мало, но когда там подключается ДК, когда подключается Леон, этого уже плюс-минус хватает. Но нет, действительно, такого прям... Так, генерал на батареечке попал. Больно. Сёма. Есть ли у него коги? Я, кстати, не знаю, есть ли у него коги, но здесь и у Гилгира проблемы также довольно серьезные. И генерал Гилгир без нет, копа. Нет, кога в батарейке в 2. Ну вот, действительно, кто-то из персонажей попадает на батарейке, рефлекшн от Террорблейда, и мы видим, что вот Гилгир уже вынужден бежать на базу. Нет какого-то ответного стана, за счет которого ты можешь просто отойти, разорвать дистанцию, и если ты настолько прилип, то ты, скорее всего, уже окажешься в таверне. И, ну вот Гилгир там сейчас будет, он корону купил себе, я видел, что, ну, типа, Ротофатос, скорее всего, да, это какой-то хоть вариант подцепить, какой-то... Вейл, видимо. А, Вейл. Даже Вейл первый. Даже там. Ну, Атос, наверное, жадновато на четвертой позиции. Он решил вот с Вейла начать. При этом ТБ они особо не мешают. Как мы видим, ТБ идет в хорошем темпе. То есть у нас первые две строчки — это мидеры. Дальше у нас идут кэри. У флейнера все очень-очень ровно. Счет 2-2, а также абсолютно равная история. Но вот у Урса начинаются уже некоторые проблемы, потому что периодический урон Феникса, постоянная пассивка, срабатывающая у Легионки. И вот у Эйса проблемки. Не сладко, да. А если Тофа пытается как-то ему помочь, то его тоже можно зацепить. И мы уже видели, что один раз его отправили в таверну. Эйс достаточно сильно битый. Есть у него тангус, вот он хилится, и масочка есть, но... Она не особо работает. Урон, да. Она не особо работает, когда ты не можешь прям постоянно бить, а он все-таки на линии хочет подбивать именно крипов, поэтому отхил такой себе идет, ну хотя бы какой-то есть. Но видно, что уже Легионка потихоньку инициативу в свои руки прибирает. На центральную линию выходит Клокверк, там сейчас, может быть, попробовать что-то сделать с ДК, но вообще вряд ли его пробьют. А, они хотят его просто вот так вот. Ну, хотят, наверное, трун оттолкнуть, да, как-то отзонить. Рвется Dream Coil. Штормер, больно, тут еще и Клокверк, и Феникс, все здесь. Ой, как много урона, стики нажимают, очень много периодического урона. Птичкой не попал последний, попал бы птичкой, шансы были. Но здесь все правильно делал ДК, абсолютно. Он сразу пошел, разорвал этот Dream Coil и не оставил шансов. О, вот это большая проблема. Но это абсолютно логично, как только когда твой саппорт уходит на такое долгое время, видишь, получается ситуация минус-минус, ты и там не забрал, и здесь отдал своего керри. Ну да, это всегда так. Где-то убыло, где-то прибыло. Один саппорт ушел, соответственно, на верхней линии появились некоторые проблемки, и ТБ умирает. Но это, опять же, учитывая, что его темп начальный 2500, у Пака 3, разница между первым и шестым местом 500 монет, это вообще ни о чем не говорит. Скорее, это небольшой забуст для генерала, который выходит в свой мидас. Долгожданно. По рунам все приблизительно одинаково у нас, на 25 монет, только чуть больше. Получили Hellbore Smashers. Спейс перетягивается в лес, есть у него ПТ-шка. Mm-hmm. Так, и тут уже под пуш. Вторая форма от Штормштормера. Да, Паку не смог он быстро отпушить линию, из-за этого ДК делает несколько тычек по тавору. И... Достаточно серьезно, там уже треть здоровья остается у вышки. Ну, коррозийное дыхание, с ним особо никак не поборешься. Ну да, и выгнать его никак. Он стоит просто в наглую. Мы видели, как сейчас втроем пытались его убить за минуту где-то, полторы до этого. И тоже не сильно получается. Так, Possessed Mask еще попадает в Рублейду, хорошо. Ну, для леса приятно. В лес можно уходить на этом смело. Все, больше ДК не стоит ковырять эту вышку, иначе ее можно будет заденаить. Там и так будет впритык с
скорее всего, по ХП. Ну вот, пожалуйста, 8-я минута. Он уже практически снес тавр на миде. Это очень сильно. Даже если этот тавр будет заденайн, все равно это очень важная стратегия. Позиционно, да. Позиционно очень важно. Можно будет уже перетянуться в топ. Там генерал тоже себя достаточно неплохо чувствует. Даже топ-нетворс имеет на карте. Вот как раз Мидас уже пришел. Есть Дримкоил по Леону. Леону, скорее всего, здесь заберут. Да, Ленчик попытался что-то здесь подконтролить. Очень шикарный Мидас, да, тайминг. Просто великолепно. Ну, удалось забрать фраг и, в принципе, стоял на фрифарме. И вот. Я думаю, что он что-то скипнул. Да, у него ботинка. Без сапога, да. Ботинка нет, из-за этого такой быстрый. Ну, естественно, если ты сначала покупаешь Мидас, а потом ботинок, это экономически более выгодно, если при этом тебе дают фармить и не убивают. Поэтому здесь генерал настроен прям на 100% за прошлую игру отомстить. Хватит этого или нет, непонятно. В целом, 1000 преимущества. Небольшое, но все-таки за Хелберами. Да, ну, как минимум, если ты понимаешь, что у тебя будут дела складываться не так хорошо здесь, если придут какие-то ганги, какая-то помощь еще от мидера, например, у тебя уже есть Мидас, и ты за счет него сильно, настолько сильно по финансам не просядешь. У них прям такой медвежий пик, они прям Hellbear Smashers, у них и Урса, у них и Брюмастер. Не хватает Лундруида разве что в таком драфте. Так, и, кстати говоря, про Брюмастера. Тут у нас обходят его. Ну а как его забрать-то? У него ульта. Ульта есть, имеется. Давайте смотреть. Так, ну смотри, здесь уже много персонажей. Здесь и Спейс, и Бигнум тоже подтянулся. Генерал раскладывается, откидывается станом в ТБ, пытается как-то отойти. Но, видимо, он не понимает, что здесь практически все. Гилгир пытался перетянуться, тоже как-то помочь, но его забирает. Штормштормер тоже сюда подтягивается. У Клокверка большие проблемы. Генерал все еще живет, камушек залетает. Ой, сейчас Сандер может быть очень опасный. Здесь Штормштормер на Коги сажают. А, там нет Сандера, я подозреваю, что у Спейса не вкачан он, да. Не вкачан, но, в принципе, итог от этого не изменился. Вот странный момент абсолютно от Хелберов. Они были в этой ситуации на 100% выигрыша. Брюмастер жмет ультимейт и просто уходит, стянув на себя 4 персонажей. Но зачем-то полез Скаймаг, на которого моментально переключились юники и убили его. Потом Брюмастер убежал. Куда он убежал вообще? Ну, он пошел за ТБ, он закинул в него камень, но урона-то нет больше. Он не пробивал даже близко. То есть даже если бы у ТБ не было стиков, а генерал обязан был прокликать стики, даже в таком случае он не убивал. Но это уже, видимо, какой-то... Ну, как сказать, такой нездоровый азарт, что ли, он просто пошел. Возможно, до конца. Да, на кураже, но зато забрали тавр. На топе у Петушара большие проблемы, сейчас его подстопил еще Тофу, отлично, вот разыгранный ультимейт от Гилгира. Да, хороший ультимейт, и очень хорошо Тофу подстопил, как раз-таки то, чего могло бы не хватить. Классный фраг, но здесь уже куда-то пошел Петушара, тоже непонятно куда, очень далеко, и нарвался на вот такую контратаку. Ну что, 2000 за Хелберами, несмотря на вот эту вот ошибку. Но эти 2000 — это вышки, прежде всего. Потому что, как мы видим, двора у Radiant стоят, Дайр упали. 2 уже. Но надо смещаться, на самом деле, ТБ. Он вот форму нажал, сейчас потратил ее, нужно подождать отката, возможно. А возможно, даже так они пойдут и начнут потихоньку давить нижний тавр. Потому что уже 12-я минута. Надо в размен какой-то выходить определенно, потому что пока по карте Hellbear Smashers захватывают небольшое преимущество. Стратегически очень важный тавр в миде был достаточно рано сломан. Хелберами еще на топе забрали. А Эйс все это время фармит, ему вообще никто не мешает. Он сейчас видит свой БФ. Ой, какой хукшот не попадает по Урсе. Но подрубается батарейки, и Дримкоил по Урсе. И еще сверху ультимейт Петушара. Петушар зарабатывает свой первый бонус в виде урона. За Тофу тоже сюда пойдут, его не отпустят здесь. Очень круто вышли, просто великолепно. Смогли не выпустить Урсу из контроля, не дать нажать ультимейт, дуэлью забрали, после этого еще суппорта и еще и вышку. И вот они, КФ от GGBet, 1.31 на 3.26 в пользу Хелберов. Но мы видим, вот еще один урыв от Штормштормера. 3 секунды Бигнум стоит в этом стане, выдается ультимейт. Целиком добьет! Последняя тычка долетела. Да, но там коррозийное дыхание, там никуда уже не деться. Так, Брюмастер идет вниз. Вышку, кстати говоря, все еще не забрали. Генерал, ультимейта у него. Там еще есть одна ТП. Есть ультимейт. Да, это, кстати, Штормштормер. Действительно, ультимейт есть у генерала, пошел наказывать легионку. Также одновременно хотят и Пака убить. Но вот погнались за двумя зайцами. Зафокусить одного сначала. Мне кажется, Пака все равно, за Паком гоняться это дело такое неблагодарное, но хорошо, что здесь догорел хотя бы. Петушар у нас от генерала. Ну да, генерал доработал, но Пака, естественно, отпустили. При этом на двоих ресурсов не хватило. Ну, был риск, что обоих можно в теории отпустить, но можно, справился, можно. Да. Не дотянулся бы там камнем. Замансил бы где-нибудь, да, в лесу.
Ну что ж, 6 тысяч у генерала, пока что идет он очень здорово. Пак на втором месте, далее Урса, далее ТБ, ДК. И легионка сильно проседает. Вот как раз-таки к вопросу о том, кто из коров отстал сильнее остальных, это Лего. Выход в смоках. Сильно, да. Ну, у генерала и линия сама по себе была неплохая, хотя были некоторые опасения в связи с тем, что могли их цеплять и как-то убивать, но вот этот тайминговый мидас... Так, сейчас очень опасно. У ДК есть блинк, и на эсы могут напасть. Да, тут же нападает. Ну все, вот этот самый сноубол, который можно добиться за счет Скаймага. И там еще Леон был с пальцем. Если вдруг бы не хватило, там Леон бы еще и пальцем указал, куда надо, в какую сторону направляться. Там с огромным запасом убивали этого Террорблейда. Да, что делать сейчас Юник? Вот как им исправлять ситуацию с тройкой? Потому что у Брюмастера есть Мидас. И более того, он даже если немножко просядет, он сейчас на первой позиции находится. А у их тройки ничего такого нет. И Ace еще добирается до Battle Fury, тоже начнет фармить очень быстро, а Террорблейд погибает. И преимущество уже 4000. Все идет к третьей карте пока что. Пока да, пока действительно Хелберс Машерс хорошо распоряжается теми ресурсами и теми, ну, может быть, заготовками, да, которые могли быть в этом драфте. Вовремя забранные товара, даже, может быть, раньше, чем предполагалось. Плюс Брю с хорошей линией, еще и с Мидасом. И Урсевич, которого не так-то много и гоняли, трогали. Пока очень долго не забирают товара Юник. Нельзя позволять всем товарам соперника стоять на... Ой. Еще один фраг на ТБ, боже, это очень сложно будет. Ну, а позволяют заходить через знает куда. Пак при этом пытается здесь разобрать Леона, но в итоге погибает. Ну, это какая-то жесть. ФН отхиливается, нет, все-таки вышка. Там еще и клоки. Отдают... Ой, какая жесть. Юники плывут куда-то, они совершенно ничего не контролят, ничего не понимает Террорблейд, его забирают за Тир 2. Где в этот момент команда, непонятно. Пак страдает какой-то фигней на миде, ему помогает в этой фигне Клокверк. Ты залетаешь под Тавр? Под Тавр. Против Леона, у которого есть палец и Хекс. Куча контроля Хекс на тебя. Хекс самое страшное. Хекс это да, смертельно. Мгновенная смерть. Так, ну и Спейса совсем зажали. Тут уже и Эйс решил подключиться, хотя он не то чтобы прям хочет драться, у него только-только появился БФ, но как мы видим, он уже готов подключаться. Он может убивать двух зайцев одновременно, фармить и забирать чужое лицо. Важнейший момент, возможно, сейчас игра закончится, но нет, удалось хорошо напасть здесь. Хорошая дуэль. Просто если бы сейчас неудачно напали Юник, они бы себя похоронили, закопали окончательно. Да, там потому что все были рядом практически у Хелберс Мэшерс, могли развернуть эту драку. Но забрали в итоге одного Гилгира, только это не так страшно для Хелберс Мэшерс. Сейчас нужно взять, купить на все деньги суппортом Сентрей и развардить карту. Потому что то, что сейчас происходит с точки зрения Вижена, это... Генерал на Спейса врывается, есть клэп, Спейс горит, раскладывается, есть стан. Будет ли кто-то еще? Клокерк врывается, пытается отбить свою Террорблейд, но сжимает его в когах. Туда же Штормер залетает. Очень это много клокер. Урона по Спейсу. Он сейчас умрет. Просто еще две тычки. Хекс. Есть контроль. Ну, какой ужас. Это не передать словами, что происходит у Юник. Они руинят буквально сами себе своими способностями. Эти коги, которые только уничтожили Террорблейда. Потому что хукшот был неплохой, он задержал этих брюмастеров, но дальше можно было что-то придумать. Так, Урса тем временем. Урсу, кстати говоря, могут убить. Да, хотя бы Урсу разменяли. Ну, Юникам надо как-то вот за что-то зацепиться в этой игре, потому что пока что их месят. Ну, неужели суппорты до сих пор не понимают, что там варды стоят, что там все видит соперник? Что ж, а вы, друзья, видите сейчас на ваших экранах специальный код для страховки своей ставки. И есть один нюанс, что он действует только во время этого матча. От наших друзей из GGBet. Я бы какую-нибудь, не знаю, страховку Террорблейду предложил бы, потому что его... Но она бы здесь отбилась уже. Ну да. Ну, надо сработать. Вот так этот вард... Сандры до сих пор нет, кстати. Да, он бы, чтобы ему помог прямо как-то брюмастера не засандерить, он постоянно раскладывается. Так что здесь скорее нужно с суппортом получше поработать. Ну хорошо, один вард они, допустим, могут не найти. Но вот два варда на треугольнике стоят в абсолютно дефолтных местах. Клок заходит. Внезапно? Не думаю. Но они во все зрячие позиции врываются. У них есть вижен там, они... Да, запрыгивает, ну... прекрасно понимая, сколько персонажей Юник там стоит, и это уже происходит не один раз. Он шел девардить, он поставил сентряк, он теперь знает, что там варды на 100%, да он, в принципе, и догадывался, но в этот раз его там убили. Эйс тем временем заходит у нас на Рошана, есть масочка, есть БФ. Рошана самостоятельно должен здесь забирать. Ощущение, что Хелберс Мэшерс просто вот спрогрессировали нереально после первой карты, а Юник наоборот.
прям совершенно у нас какие-то две разные команды. Мораль, нужно держаться. Да, нужно в критические такие моменты собираться, потому что это все-таки Dota, это не там Counter-Strike, где у тебя 16 раундов. Так, Бигнума, казалось бы, спасает его легионка, но ему сверху накидывают еще два контроля. И Петушару тоже. Тофу зарабатывает даблкил, шикарно. 9000 на 18 на 19 минуте преимущество Hellbore Smashers. Ну, просто катком уже идут. Ладно, наверное, уже нужно собираться к третьей хотя бы, потому что в этой игре они так много нафейлили, что я даже не представляю, как им нужно будет вернуться. Они мало того, что сами нафейлили, так они еще и для Hellbore создали ситуацию, когда Hellbore чувствуют прям, что у них, ну, все залетает. Уже прям все, весь контроль летит, успевают Феникса в полете поймать после пресс-атак. Посмотри на позицию Петушары. Так, сейчас ДК, нападение на него, это шанс. Нужно сжигать его с Анреем. Да, я уже давно видел его позицию, она как бы не изменилась особо. И скорее меня печалит уже Террор Блейд, который подкрадывается. Там рядом. Подкатывается, тоже, да. Вернее. Ну да. А как камбэкать легионки? Легионка это не тот герой, который камбэкает. У нее ни мидас, у нее ничего нет. Так, не трогать курьера, не трогать. Нужно выходить в спину, но... Ну, там Аегис есть у Русы, и Драгонайт через 20 секунд уже тоже прибудет. Да, тут сюда, плюс ко всему минус. Есть Vision. И прекрасно понимают Hellbore Smashers, с какой стороны заходит соперник из-за вот этой ракетки. Так, идут вперед. Hellbore находят Тофу. Петушара прыгает, получает Silence, Урса. Ой, как же больно. Срезает. Да, ну... Потому что видели, Hellbore понимали, откуда будут заходить Юник и через кого они будут еще атаковать. Так, Айон Диско, и ФН срабатывает, ФН пытается жить. Уйдет сейчас на арбу. Но там у Тофу тоже уже блинк есть. Да, вот именно это сейчас и сгубило Петушару, то есть он прыгал за Тофу, но у Тофу есть блинк, да. Блинк этот ничем не сбили. Так, тут погони за Бигнумом и Феном, но решают, что лучше просто Тавара поломать. Да, тут ничего выдумывать уже не надо особо, ты заходишь на Тавр, крипы рядом, Тавр достаточно битый, Урс сейчас еще крипов заберет. Да, какая-то прямо... 10 тысяч на 20-й минуте. Ну, на этом турнире... Это как будто мы смотрим групповую стадию и встретились там первое и последнее место, а не финал нижней сетки, где играют равные команды, которые только что катали 50 с лишним минут. Все развалилось в этой игре. Все так, Владимир. Так, там еще Брюмастер БКБ скоро появится. БКБ это, кстати, очень... Мне кажется, они выходят на спейсе сейчас. БКБ. Сейчас Сёма может спалить, хорошо. Хоть даст инфу, понятно, что он умрет, но... Ну, это нормально, да. Время Террорблейда уйти. Это нормальная тема, то, что хотя бы Террорблейда спас. Вообще интересный билд у генерала. Вот, то есть у него не Аганим, как вот сейчас привыкли, а у него блинк плюс БКБ. Это такой более старый вариант, когда еще не было Аганима, когда они покупали. Сейчас покупают Аганим Айон Диск. А Аганим, это, да, это... Рефрешер тоже часто. Да, это более агрессивный вариант. Так, Бигнум. Пытается улететь, немножко улетает. А что до конца не полетел? Непонятно. Ну вот полетел до конца. Аккуратно. Хотел команде помочь. У Эйса все еще Эгис, поэтому с ним ничего не сделал. То, что Штормера БКБ с ним тоже сложно. 12 тысяч. Там, видишь, уже полное преимущество в инициации за Hellbore Smashers, потому что у Штормера рано появился блинк, у Леона появился блинк, и они могут просто врываться за контроль, кого-то быстро очень стирать. Треугольник постоянно под наблюдением вот с самого-самого раннего этапа игры, когда они там Террорблейда дважды убили. Так, Пак. Пак уходит. Сюда же прилетел ДК. Ну и FN сделал свое дело. Здесь что? Эйс, 34 секунды будет Аегис. Будут нападать на него, несмотря на то, что есть Аегис. Леон, хукшот нужен. Так, Леона. Хороший хукшот. Очень хороший. Генерал здесь врывается, есть БКБ, начинает раскладывать. Пить. Поймали его в ультимейт. Да, все-таки раскладывается. Нет урона, на самом деле. Ставится Супернова, поднимают Террорблейда в воздух. Можно просто отойти от Супернова, от формы Террорблейда. Погиб только Клокверк и Леон. Учитывая, что в меньшинстве здесь находились Hellbore, они вообще втроем эту драку принимали. Получилось неплохо. Генерал подъюлит? Подъюливает. Так. А Аегис кончился.
Ну, наверное, не стоит ломиться рискованно, ни к чему, Hellbore Smashers. Да, ну, надежно уже. 13к преимущество есть, Аегис закончился, Леона забрали, вы в меньшинстве. Просто спокойно ответить, можно Т2 сейчас зафармить. На самом деле, эйс выходит. Ну, в целом, у Юник была абсолютно здравая мысль. Они напали не на эйса, который был с Аегисом, а на Леона, который стоял рядом. Но им уже банально не хватает ресурсов, потому что они с трудом этого Леона стирают, ему приходится выкидывать все. При этом у Брюмастера БКБ с ним вообще ничего не сделать на данном этапе игры. Дуэли Легионки явно не хватает. Тут надо под дуэль, чтобы ТБ... Уже... Легионка сама чуть не умерла за дуэль. Да. Повезло, что... Чудо многие унесла. Ну, тут я бы сказал, что не очень много героев было у Hellbore. Ну да, они втроем вообще дрались. При этом Леон уже думал больше о том, как он в таверне там отсиживается. Да. Бигнум. Успевает уйти Бигнум. Подходит сюда также Эйс. Шторм-Штормер закрывает. Странная игра от Клока. Достаточно странная игра. Там видимо... Шторм-Штормер тоже же есть ПКБ, он может просто сейчас... Да он поэтому так смело и шел, и вот как раз-таки Клок непонятно, что здесь хотел сделать в кустах. Возможно, он уже был уверен, что не уходит, и просто соперника как бы вот так вот на себя стянул. Спейс. Вот только так остается играть. У Спейса отсутствует Спейс. Он его создает, пытается создать. Ну, классно. Да, мы видим, как графики у нас просто небо и земля. Лучший оффлейнер СНГ. Возвращается звание к генералу опять, после первой... Переходящий кубок, да, сейчас? Да, после каждой следующей игры. Ну, Петушара как-то вообще ничего не показал. Так, и Скай тут уже с Аганимом почти. Ну, собственно, вот он. Вот он, Петушара ваш. Ну, там с самого начала как не заладилось, а сейчас на экранах вы видите коэффициенты, обновленные от наших друзей из GGBet. 1.4 на Hellbore Smashers и 2.86 на Unique. Так, FN с догонщиком, с Айан-диском, продолжает сплитить, и это все, что ему остается. Правда, рядышком находится ДК, и ДК видит Бигнума. Ну, Бигнум здесь скорее как вот отвлекающий такой, да, вот он специально здесь находится, чтобы... Так, сейчас Хекс успеет? А, подкопали, хорошо. Да, тут он вряд ли куда-то уходил, в любом случае. Он скорее вот именно для Пака... Ой-ой-ой, а Пак сейчас умрет. А... Оп, 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 он не видит, а его видят. А его видят. У него Айан-диск. Оу. Нормально так, FN. Эйс нашел. Айон-диск выбивают. Там рядом Тофу. Есть Хекс, есть подкоп. А, не успевает немножко по таймингу. Ну, тут Паку еще не факт, что он уйдет. На самом деле, за ним продолжается погоня. Тофу пытается найти. Вот сейчас FN куда? На опыте. Пойдет он вперед? Или, может быть, развернется наоборот? Понимая, что там его ждут уже. Смотрим. Он пока просто остался в том же месте. Но это, да, кстати... Ну, у них СТБ, видимо. Что-то общее есть в этом плане? Ну, у них общая команда, за которую они играют, и у них абсолютно одинаковое положение с точки зрения этой команды. Они как бы это глубоко позади. Вот так вот я бы сказал. Штормер не стесняется нажимать форму. Ищет ТБ. Вопрос, конечно, как... Ой-ой-ой, ТБ тут... курьер, спалил курьер. Не увидел. И ТБ сейчас нужно отводить, курьер... Ой-ой-ой! Увидел. Но там есть БКБ тэп-аут. БКБ тэп-аут. Да. Интересно, а что курьер вез? Вопрос на засыпку. У меня почему-то есть ощущение, что он вез один... Один бенд. Если он вез один бенд, то это, конечно, курьер, который подставил сейчас очень нифигово спейса. Ну что, 16 тысяч, все еще огромное преимущество. То есть вот этот сплит, который организует Юник, он им не сильно-то помогает. Для того, чтобы камбэкнуть, им нужно выиграть какую-то драку или хотя бы забрать Рошана, или не позволить забрать Рошана сопернику, после чего продолжать фармить, отсиживаться, покупать все больше артефактов, которые... Так, вот сейчас Скаймаг перетягивается за ФНчиком. Все идут за ФНчиком. ФНчик реально создает нереальный спейс. Он видит Гилгира, все. Все видят его. Но... Он не ушел на арбу. Но есть Айан-диск. Диск срабатывает. Сёма врывается в ответ. Шторм-Штормер здесь же. Дримкоил по двоим. Хекс от Тофу. Будет стан сейчас еще. Хорошо, в контроле держит. Генерал выдает. Урон немного не хватает. Там пальца.
как они живут здесь, они убили Скаймага, и при этом только сейчас забирают Клокер, Кайфен на себя еще часть ультимейтов собрал. Но вот это спейс. Если в этот момент Юники не смотрели с открытыми ртами, как мы, на эту драку, а реально что-то полезное делали, то они, ну, кстати говоря, на 1000 вот подсократили. Откомбачили чуть-чуть. Еще 15 таких моментов, и все будет ок. Да, Бигнум уходит, подцепить его не успели. Не, это было очень красиво от FN, они в какой-то момент еще и сами там развернулись, начали убивать. Ну, на Ace не напасть, на Ace, точнее, напасть, но не убить. 21 уровень, БКБ, Маска, Essence Ring, Сенджин Яша. С Сенджин Яшей в дуэли он особо долго не продержит, хотя давать Урсу дуэль фуловую. Ну да, да. Сомнительно. Да. Такое себе затея. Видят, что на Рошане, но, наверное, этого Рошана стоит отдать, потому что Урса сейчас с ДД прыгает. Тушара сейчас быстро его сотрут. Нет, успевает спейс дать. Сандра хороший, спасает своего флейнера, но стоит ли оно того? Вот это очень хороший вопрос. Бигнум дает супернову. Забьют быстро. Слишком очевидная супернова. Генерал влетает в спейс, а спейс нажимает БКБ. Просто пытается улететь. Теперь Петушара его спасает. Хотя на самом деле никого он не спасает, потому что спейс и так в БКБ бы уходил. В итоге легчайший минус 3 для команды Hellbear Smashers. Ну, нельзя было на этого Рошана идти. Дело в том, что у Hellbear'ов есть вард, который показывал очень четко все положение юников. Ну и в конечном счете перефарм и дабл дэмэдж. Все это сыграло в пользу. Сейчас будет шард, который, скорее всего, отдадут Урсе. Ну, мне кажется, стоит отдать Урсе, потому что очень силен у Урса шард. На, его теперь вообще никак не забрать. Да, проблематично. 13 тысяч всего-навсего у Террорблейда. Это очень мало. Сма. И Скаймаг добрался, кажется, до Аганима. Ладно, давай, на месте юников. Что делать? Готовиться к третьей карте. Готовился к третьей карте. Ну, наверное, здесь, правда, да, действительно все достаточно бесперспективно выглядит. И каких-то путей камбэка не особо видно. Легионка очень сильно просела. Мы видим, что всю игру Леон ее практически опережает. Плюс у тебя нет персонажей, которые могут сделать действительно какой-нибудь переворот, хороший ревидж, хороший... РП, ну, условно, да, что-то такие персонажи, которые могут реально перевернуть драку. Здесь огромная неубиваемая Урса, такой же Штормшторм, в котором, к всему прочему, еще есть Сыр и Алибарда. Да, ну, атака отчаяния какая-то идет сейчас. По-другому это даже и не назвать. Ну, байтят на БКБшке. Ну, если бы они не отдавали за это героев. Но, с другой стороны, опять же, а что делать тут вот? Ну, здесь, да, на самом деле. Медленная смерть, быстрая смерть. Какая вам больше нравится? Штормштормер врывается. Петушара. Заканчивается Петушара в этой игре. Я бы сейчас принимал ставки, ливнет ли Петушара до... До ГГ? До ГГ, да. Потому что пару раз я такое видел, но там буквально на несколько секунд. Да не, я думаю, что даже если это произойдет, это нельзя будет списать на какое-то... Ну, такое бывает, ничего супер страшного нет. Это одна игра, ну, хорошо, не пошло, но в конце концов... Главное дальше не потерять мораль, да, и остаться командой, и пытаться как-то противодействовать этому. Потому что, ну, эта карта... Это две противоположные карты. Как хорошо юники играли... ТБ. БКБ нажал. Сандер? Сандер с ДК очень хорошо. И Штормштормер съедает Сыр и восстанавливает много хп себе. У Феникса есть супернова. Будет ли он ее использовать? Леон. Врывается пак в Леона. Пак забирают, Феникса забирают. ГГ. Не будет ли в это ГГ? Будет сразу после. Ливнул первый. Ай, ну, как-то, честно сказать, вот если первая игра была... Не то чтобы было много интриги, в том плане, что она была интересная, но сложилось ощущение, что последние 20 минут ТБ просто вот дожимает своих соперников. То в этой игре мы просто увидели, как в какой-то момент разобралась команда Unique. Они отдали огромное преимущество сопернику. После 15 минуты ориентировочно так. Да даже раньше, наверное. Наверное, даже раньше. И... Ну или где-то в районе. Но суть в том, что они отдали такое преимущество, после чего играть уже стало в доту невозможно. Вот я там с Кайсом сравнение приводил. Почему? Все потому, что как бы там 16 раундов, да, ты там можешь отдать 4-5, но потом ты вернешь себе хотя бы там какую-то экономику. Ну, ты каждый раунд с нуля просто отыгрываешь. А да. Здесь уже такой футбол пошел, что бесполезно было что-то предпринимать. И действительно, Драгонайт пришел, забрал первый тавер там на 8-й минуте в миде, потом перетянулся в топ, забрали второй тавер, генерал фаст медасик себе сделал, очень быстрый по таймингам. И потом просто уже сноуболили. Ну что ж, и я передаю слово сам себе через небольшую паузу.